Об интересных событиях недели расскажем в коротких новостях. И начнем с постоянной рубрики. С вопросов, с которыми горожане обратились к главе городского округа. На приеме населения в прошлую пятницу их было более 25. Жители микрорайона Южный пришли в составе целой делегации. Обратились с идеей провести благоустройство площадки, на которой раньше находилось здание старой столовой. И в этом году, опять же, по просьбе горожан, было снесено. На ее месте активисты предлагают разместить игровую площадку для детей старшего возраста, парковку, провести озеленение. Глава города с предложением согласился, однако, посмотрев на план, который на скорую руку набросали сами жильцы, отметил, что сперва придется провести полноценный район. Расчеты, чтобы определить точные параметры объектов, которые активисты хотели бы видеть в своем дворе. Жильцы верхнего этажа дома 17 по улице 1 пожаловались на незакрывающуюся дверь чердака, что, во-первых, небезопасно, а во-вторых, мешает поддержанию порядка на лестничной площадке. На крыше обитает большое число голубей. Управляющие компании отметили, что дверь починят и при необходимости обновят на ней замки, о чем обязательно сообщат жильцам. Вопрос, с которым на прием к главе города пришла жительница частного дома на Киево-Спасской улице, был связан с укладкой нового асфальтового покрытия. Появление дороги, которой там ждали достаточно давно, с одной стороны стало праздником, с другой создало новую проблему. Улица теперь стала транзитной. При этом соседняя Липовая улица, как сообщили заявители, перегорожена самовольно установленной бетонной плитой. В том, насколько такая искусственная преграда правомерна, и заключался главный вопрос, адресованный главе города. Чтобы разобраться в ситуации, Евгений Смышляев поручил дорожным службам определить, кем и когда Липовая улица была перегорожена, после чего предложил провести встречу с жителями соседних улиц и совместно определить наиболее правильный и комфортный для всех выход из ситуации. Старший по одному из домов на улице Заречной на прием принес целый список из 17 пунктов. Перечислять все их мы не будем, но отметим, что по каждому из вопросов глава города предложил конкретное решение. Елена Селезнева из Лобни заняла второе место в областном конкурсе «Мамы Подмосковья ТОП-10». Финал конкурса, в который попали 30 участниц со всего Подмосковья, состоялся 15 ноября. Членам жюри предстояло выбрать лучших в 10 номинациях. Жительница нашего города Елена Селезнева завоевала второе место в номинации «Уютный дом своими руками». И хоть искусству рукоделия Елена профессионально не училась, по образованию она инженер-строитель, мастерство и разнообразие жанров созданных ею вещей впечатляет. Алмазная мозаика, бисероплетение, шитье, создание кукол, полимерная флористика – это не полный перечень того, что умеет Елена. На конкурсе Лобни представляли еще 4 мамы. В номинациях «Уютный дом своими руками» Ирина Дмитриева, самая активная мама, мама-блогер, Юлия Зубенко, творческая мама Любовь Федорова, мама-фоторепортер Дарья Бухреева. Фестиваль, организованный Министерством социального развития Московской области, проводится ежегодно в преддверии Международного дня матери. В преддверии зимы в детском саду «Колокольчик» устроили субботник. В течение 2 дней на территории сада проводились работы по удалению старых деревьев, представляющих опасность, и наведению порядка. К субботнику были привлечены сотрудники «Колокольчика» и родители малышей. Оставшиеся после спила деревьев стволы и ветки очень оперативно были вывезены сотрудниками управления по работе с территориями. Изъявили желание помочь и депутаты городского совета. В первую очередь они расчистили площадку под будущий фруктовый сад. Вместе демонтировали старые качели. Провели опиловку деревьев, убрали мусор. У нас было спилено около 12 деревьев. Ну, естественно, после спила деревьев осталось очень большое количество мусора, веток, опиленных стволов деревьев. И вот мы активно уже второй день, благодаря нашим родителям, сотрудникам, администрации города и совету депутатов, мы все вместе сегодня заканчиваем уже работы по уборке территории. Первое торжественное вручение удостоверений участникам проекта «Детский спорт» состоялось в одном из фитнес-клубов города. 25 ребятишек в возрасте от 3 до 17 лет получили возможность посещать занятия в клубе на льготных условиях. Дети выбрали такие секции, как бокс, хореография, фитнес, хип-хоп, капоэйра. Удостоверения, подтверждающие это право, юным спортсменам вручили председатель городского совета депутатов Николай Гречишников, он же куратор проекта «Детский спорт» в Лобне, и руководитель клуба Елена Миронова. Клуб стал первым партнером городской программы, задача которой создать равные условия для всех детей. Прежде всего для тех, кто попал в трудную жизненную ситуацию, имеет ограничения по состоянию здоровья, состоит на учете в комиссии по делам несовершеннолетних или воспитывается в многодетной семье. Никто не отказался, все
поддержали, все включились. Даже некоторые сами еще присылают письменные предложения, что они готовы еще расширить номинование кружков, даже тех кружков и секций, куда, в общем, пока нет даже заявлений. В социальных программах мы участвуем уже очень давно. Ежегодно в такой программе, как «Спорт в парке», проводим бесплатные занятия для всех желающих. Много сотрудничаем с различными детскими центрами, периодически проводим занятия. У нас есть большой проект «Мамба Лобни», с которыми мы сотрудничаем, проводим лекции, семинары, помогаем молодым мамочкам встречаться, общаться и дружить. В рамках проекта «Детский спорт» детям предоставляется возможность заниматься в различных секциях на льготных условиях – от полностью бесплатных занятий до 50% их оплаты. В настоящее время такую возможность получили уже более 150 детей. Накануне Дня толерантности, который в России, как и во всем мире, отмечается 16 ноября, в Деповской библиотеке провели тематический праздник. Его участниками стали почетный гражданин города Галина Журкина, учащиеся школы номер 4, малыши из детского сада «Чайка» и более 30 ребят из специальной коррекционной школы, впервые посетившие библиотеку. На празднике звучала речь разных народов – русские частушки, таджикские танцы, китайское приветствие, стихи на чувашском и армянском языках исполняли ребята разных национальностей. Галина Журкина рассказала о том, как в блокадном Ленинграде во время Великой Отечественной спасали детей от голода и бомбежек. И никто не спрашивал, какой они национальности. Ведь это были дети одной страны. Сегодня в России проживают люди более чем 160 национальностей. «Мы разные, и в этом наше богатство. Мы вместе, и в этом наша сила». Таков был лейтмотив встречи. Именно дружба, мир на планете объединяет нас и, наверное, дает нам понимание чувства терпимости и толерантности. Какой на тебе костюм? Таджикский, потому что я родилась там. Китайский. Это мама постаралась, да? Да. На мне чувашский, но мне потому что у меня родом мама из Чувашии и бабушка. У меня русский народный. Все разные национальности, но мы все одинаковые. Не имеет разницы, твоей ли он родины или другой. Главное, чтобы был хороший друг, надежный и добрый. Если кто-то разной национальности, все равно надо дружить. Если даже он иностранный. В преддверии 2020 года, года памяти и славы, методическое объединение учителей изобразительного искусства организовало конкурс рисунка «Родные лица». Конкурс прошел в 6-й школе. В нем приняли участие ребята в возрасте от 7 до 18 лет, представив на суд жюри более 50 работ. Юные художники рисовали своих дедушек и прадедушек, близких людей, защищавших страну от фашистов. В этом и заключалась главная особенность конкурса. Ведь свой герой есть в каждой семье. Для многих создание рисунка сопровождалось изучением старых фотографий. Итоги подводили в 4 возрастных категориях, в 2 номинациях – «День Победы» и «Праздник Пасхи». Разными эти темы кажутся только на первый взгляд. Их объединяет прежде всего идея торжества жизни над смертью. Победа над врагом, победа над смертью – это две победы, собственно, представлены. Пасха – это победа над смертью. Председатель жюри, учитель изобразительного искусства Любовь Казанцева отметила, что все рисунки созданы с большим старанием. Несмотря на то, что победители и призеры конкурса определены, считать победителями можно всех ребят. Среди наиболее выразительных и ярких работ – графика Елизаветы Канаевой, Анастасии Масловой, Георгия Марочкина, выполненная с высоким профессионализмом работа Анастасии Осипенко, акварель Анастасии Жуйковой, Евы Щипковской, Анастасии Жигулевой, Марины Осетровой. Теперь ребят ожидает участие в областном конкурсе. А на сегодня это все короткие новости.